Стол Дебби. Длина столешницы 115 сантиметров, глубина 70. Основная рабочая зона 90 сантиметров. По краю установлен бортик, прикручен этот бортик. Наклон столешницы регулируется с помощью гребенца. С двух сторон установлены механизмы. До конца приподнимаем. И стол плавненько опускается. Он сейчас остановится, чтобы ребенок руки не прижал. И потом можно будет надавить. Он опускается до конца. Это защита для рук. Высота стола регулируется с помощью ручки. Ослабляются винты на ножках. И крутим в одну сторону, столешница поднимается, в другую сторону опускается ниже. Под столешницей установлен лоточек под канцелярию. Дополнительно к этому столу можно приобрести полочку с выдвижной подставкой для книг. Под книжечку или под планшет можно использовать. Такой красивый дизайнерский стол. Несколько цветовых решений. И фактурное покрытие у него такое.